Как СССР позволил Третьему рейху построить секретную базу на Кольском полуострове и почему ее решили закрыть? До первые годы Второй мировой войны Германия и Советский Союз поддерживали тесные связи. Немцы задумались над созданием военно-морской базы для сдерживания английского флота. После тщательного обследования местности они решили запросить разрешение на строительство своей базы в Мурманске. К счастью, Сталин предложил им в качестве альтернативы Кольский полуостров. Всего за одну ночь все население поселка эвакуировали, а немцы начали строительство своей базы. Строительство базы продолжалось ровно до того момента, пока Третий рейх не присоединили к своей территории Норвегию. С того момента база на Кольском полуострове потеряла всяческий смысл. В итоге советское руководство отозвало все разрешения, так и не дав завершить строительство базы. Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что немцы активно пользовались недостроенным объектом в годы Второй мировой войны.